Мур, привет, друзья! С вами Зверько, и это обзор нового героя. Разработчики еще не определились с именем, и он повис между именами Харит и Ланберт. А как говорил Геральт, Ланберт, Ланберт, фиг моржовый, Ланберт, Ланберт, вредный, так и будем его называть. Да, зануда, я знаю, что в Ведьмаке через М. Итак, к навыкам. Пассивка. Первая часть. Когда противник рядом, Ланберт получает процентное сопротивление. Протестировать мне не с кем, и пока не очень понятно, в чем оно заключается. Вторая часть пассивки. После того, как наш герой применит три заклинания, его первый навык усиливается на следующий каст. Будет увеличен урон и область взрыва в центре. Первый навык. Ланберт призывает двойника напротив, и они запускают волну друг в друга. В месте встречи образуется взрыв, который в два раза сильнее волны. Цели в середине получат урон и от волны, и от взрыва. КД навыка 5 секунд. Второй навык. Ланберт совершает скачок и крадет у противника часть магической атаки, одновременно накладывая на себя щит в случае кражи. Следующая автоатака нанесет дополнительный магический урон, замедлит противника и уменьшит перезарядку навыка на 4 секунды. Жаль, не могу посмотреть, насколько уменьшается магическая атака. Но при сокращении КД на 40%, КД этого навыка получается 2 секунды, полное КД 10 секунд. Ульта. Ланберт крестом призывает матрицу времени, который обездвиживает врага на чуть больше секунды, а после накладывает замедление на 50%. Главное, если у вас первый навык был в КД, то его перезаряжает, а если вскакиваете в разлом вторым навыком, то сокращается КД обоих навыков. В бою выглядит так. Ставится крест, и Ланберт начинает метаться по этому полю. Итого, что мы имеем. Дух игры за этого героя напоминает игру за Гассена, поскольку идет постоянная череда действий. Плюс, с помощью второго навыка, этот персонаж является неплохим антимагом, поскольку уменьшает магическую силу и уменьшает шанс попасть по нему направляемым навыком, потому что все время скачет. Пишите в комментариях, как вам этот герой. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лапки. И всем пока!